сейчас рассматривается вопрос о передаче права берега частной скорой помощи. Это я не скрываю, говорю точно. Но при этом весь коллектив, который в случае, если данные произойдет, весь коллектив пробережной подстанции перейдет на центральную и главную подстанцию. То есть ни один человек из выездного персонала и электрического отдела уволен не будет. Это